Предыдущие серии. Элементы гармонии. Смотри, лунная пони. Это просто старая сказка. Может наступить вечная ночь. Нужно немедленно сообщить об этом принцессе. Я же сказала, что она сразу ответит. Моя дорогая искорка, в жизни молодой пони есть много радости, кроме чтения книг. Найди друзей. Все пони в этом городе не в себе. Надеюсь, принцесса была права. Она пропала. О нет, лунная пони. Милая пони, милая пони. Даришь нам приключения, с нетерпением ждешь. Ты волшебством в себе несешь. Милая пони, давай скорей с тобой дружить. Дружба — это чудо. Автор сценария — Лорен Фауст. Продюсер — Сара Уолл. Схватите ее! Только она знает, где принцесса. Прочь от меня! Ночная мгла? Магия дружбы, навсегда? Часть вторая. Куда она направилась? А мы должны ее остановить. Ты не спал всю ночь, Спайк. Ты еще совсем малыш, в конце концов. Элементы, элементы, элементы. Как я смогу остановить лунную пони без элементов гармонии? Что такое элементы гармонии? И вообще, откуда ты узнала о лунной пони, а? Ты что, шпионка? Успокойся, Салли. Никакая она не шпионка. Но она точно знает, что здесь происходит. Правда ведь, искорка? Я читала о предсказании лунной пони. Существуют мистические предметы, которые называются элементы гармонии. Только они могут остановить лунную пони. Но я не знаю, где их найти. Я даже не знаю, как они действуют. Элементы гармонии – справочное руководство. Где ты это нашла? Это было в разделе... Существует 6 элементов гармонии, но известны только 5. Доброта, смех, щедрость, честность и верность. А 6-й элемент не разгадан. Говорят, 5 известных элементов находятся в древнем замке сестер пони. Этот замок стоит там, где сейчас... Это вечно зеленом лесу! Ура! Пойдем! Не так быстро. Послушайте, я вам благодарна за помощь, но я предпочитаю сделать все сама. Не стоит, красавица! Мы не позволим нашему новому другу отправиться в столь опасное путешествие в одиночестве. Мы пойдем за тобой! Хорошо, если там будут яблоки в карамели! А что, они очень вкусные! Значит, никто из вас здесь раньше не был? Нет, конечно. Ты только оглядись. Здесь ужасно. Здесь все не настоящее. Говорят, здесь все не так, как в Эквестрии. Что это может значить? Никто не знает. А знаешь почему? Радуга, хватит! Потому что каждый, кто сюда входил, так отсюда и не вышел. Отпусти. Да ты что? Ничего подобного. Обещаю, ты будешь в безопасности. Но это опасно. Послушай меня. Я говорю тебе только чистую правду. Пусти меня, и ты будешь спасена. Простите, девочки. Я не привыкла носить ничего тяжелее одного или двух кроликов.
Пипа и Рарити были в безопасности. Фу, я и Флаттершай были тут как тут. И бабах! Мы поспели как раз вовремя. Да, Радуга, поспели. И я вам очень благодарна. Но нам надо... Мантикор! Мы должны пройти мимо него. А ну, прекрати хулиганить! Бедный малыш. Малыш? Сейчас может быть немножечко больно. Ой, да ты просто беззащитный котик, так ведь? Да, все верно? Это точно. Как ты узнала о колючке? Я не знала. Просто порой все мы должны делиться своей добротой с окружающими. Моим глазам нужен отдых от всей этой неприятной грязи. Но я же не буквально. Эти древние руины могут быть прямо перед нами, а мы их даже не узнаем и пройдем мимо. Не заметим тебя. Прошу прощения. Кажется, я на что-то наступила. А, это просто грязь. Что ты делаешь? Беги! О, девочки, вы разве не видите? Когда я маленькой была и ветер наступал, не говорите, что она собирается. Кипела во дворе земля и ужас подползал. Собирается. Ныряла под подушку, от страха хвост дрожал. Но бабушка сказала, как я себя вести должна. Сидел здесь, занимался своими делами. А потом, откуда ни возьмись, налетела эта фиолетовая туча и стерла с моего лица половину усов. И теперь я выгляжу просто ужасно. Ой, сколько можно плакать? И все из-за этого пустяка? Это вовсе не пустяк. Как можно быть такой бесчувственной? Ты только посмотри на него. Посмотри, какая милая чешуя. Я знаю. У вас очень модная стрижка. Я знаю.
И этот прекрасный маникюр. Чистая правда. И все это ничто без ваших чудесных усов. Чистая правда, я жалок. Я просто не могу оставить без внимания столь дерзкое отношение к моде и красоте. Зачем ты это сделала? Рарити, что ты? Мои усы! Ах, как чудесно! Вы потрясающе выглядите. О, Рарити, что стало с твоим хвостом? О, все в порядке, дорогая. Короткие хвосты сейчас в моде. Кроме того, он очень быстро вырастет. То же самое с усами. Теперь мы можем идти вперед. Позвольте мне. Вот они, руины, в которых хранятся элементы гармонии. Мы справились. Искорка, подожди нас. Мы почти пришли. Что с тобой сегодня происходит? Что теперь? Неудача. Мы с нетерпением ждали приезда самого лучшего летуна во всей Квесте. Кого? Тебя, конечно же. Правда? То есть... О, да, я! Эй, вы же сможете повторить то же самое молниям, правда? Дело в том, что я очень долгое время пытаюсь попасть в их группу. Нет, Радуга. Мы хотим, чтобы ты присоединилась к нам. Мы самая лучшая команда в Вечно Свободном Лесу. И скоро мы станем лучшей группой во всей Эквестрии. Но для этого нам нужен капитан. Самый великолепный метатель молний. Ясно? Самый быстрый. Да. Самый храбрый на всей Земле. Да, это все про меня. Нам нужна ты. Ура! Возьмите меня! Дайте мне разобраться с этим мостом, и мы обо всем договоримся. Нет! Либо мы, либо они. Радуга, что ты там так долго? О, нет. Радуга! Не слушай их! Ну? Увы. Спасибо за предложение. Но, боюсь, мне придется отказаться. Я бы никогда не бросила друзей в беде. Пойдем, Искорка. Ты разве не этого искала? Элементы гармонии. Мы их нашли. Осторожно. Осторожно. 1, 2, 3, 4. Их всего 5. А где 6-й? В книге написано, когда 5 элементов находятся вместе, искра покажет 6-й. Что же интересно это значит? Я не уверена, но у меня есть идея. Отойди, я не знаю, что может произойти. Все за мной, ей нужно сосредоточиться. Это шутка? Ты шутишь, да?
одна вспышка. Ну давай же, давай. Где шестой элемент? Вы все глупцы. Думаете, вы сможете меня победить? Теперь вы точно не увидите ни свою принцессу, ни солнце. Ночь будет длиться вечно. Думаешь, что сможешь так просто уничтожить элементы гармонии? Что же, ты ошибаешься, потому что духи элементов гармонии находятся здесь! Что? Эпплджек, внушившая мне надежду, когда я засомневалась, воплощает дух честности. Флаттершай, которая смогла укротить Мантикора сочувствием, воплощает дух доброты. Пинки Пай, которая взглянула в лицо своему страху и посмеялась над ним, воплощает дух смеха. Рарити, которая подбодрила расстроенного змея, сделала ему хороший подарок, воплощает дух щедрости. А Радуга, которая не бросила своих друзей ради собственной выгоды, воплощает дух верности. Духи этих пяти пони помогли нам справиться со всеми испытаниями, которые ты для нас подготовила. Но у вас все еще нет шестого элемента. Искра не сработала. Сработала. Это другая вспышка. Я почувствовала это в тот самый момент, когда поняла, как я рада слышать вас и видеть. И насколько вы мне не безразличны. Эта искра вспыхнула, когда я осознала, что вы все мои друзья. Посмотри, лунная пони. Искра появляется в тот момент, когда искра возникает в сердце каждого из нас. Это и есть шестой элемент. Магия! Невероятно! О, Рарити, это чудесно! Знаю, я с ним больше никогда не расстанусь. Посмотри на свое ожерелье. Смотрится очень мило. О! И твое тоже. О! Посмотрите на меня, посмотрите! О, да! Искорка, я думала, ты пытаешься обмануть лунную пони. Но теперь я понимаю, что мы действительно представляем элементы дружбы. Это чистая правда. Принцесса Селестия. Искорка, моя верная ученица. Я знала, что ты справишься. Но вы сказали, что это всего лишь старые выдумки. Я же сказала, что ты должна завести друзей. Больше ничего. Я видела знаки возвращения лунной пони. И я знала, что в твоем сердце есть магия, чтобы победить ее. Но у тебя бы ничего не вышло без друзей. У меня есть еще одна просьба. Лунная пони. Я уже 1000 лет тебя не видела. Пора остановить все наши разногласия. Мы должны править страной вместе, моя маленькая сестра. Сестра? Ты примешь мою дружбу, сестра. Ой! Прости меня. Я так сильно по тебе соскучилась, сестричка. Я тоже скучала. Эй, знаете, что все это значит? Вечеринка!
ученица. Разве ты несчастлива, что выполнила задание и можешь вернуться к своей учебе в Кантерлот? Вот и все. Стоило мне понять, как хорошо быть с друзьями, как мне приходится покидать их. Спайк, запиши, пожалуйста. Я, принцесса Селестия, приказываю единорогу Сумеречной Искорки тщательно изучить свою новую миссию для Эквестрии. Она должна продолжить изучение магии дружбы и еще сообщать мне о всех новостях из своего нового дома в Понивилле. Спасибо, принцесса Селестия. Я обещаю, что буду учиться как можно усерднее. Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть».